Друзья, здравия! Это видео от Академии Счастья. С вами Шевченко Александр. Сегодня видео о том, насколько ты счастлив. Такой себе тест. Мы тут пытаемся друг друга как-то стимулировать, чтобы быть счастливее. Да и себя стимулируем разными штуками. Кто-то балуется веществами, кто-то там употребляет алкоголь, кто-то ставит на ставки на игры. Кто-то в лотерею играет, кто-то просто занимается сексом, кто-то еще что-то делает. И все пытаются как-то стимулировать счастье, повысить дофамин у себя. Хотя многие вообще не знают, что это за слово. Но это такой нейромедиатор в головном мозге, который отвечает у нас за счастье. И вот когда делаешь что-то такое, которое вызывает выработку этого дофамина, чувствуешь себя счастливым. Вот. Некоторые люди просто делают это самым простым способом, да, то есть употребил что-то, и вот тебе дофамин выделился. Но потом происходит такое, как выход из всего этого, и становится хуже, плохо, начинаешь еще хотеть. И так это такое бесконечное колесо, сансара такая, как мы живем на самом деле из жизни в жизнь. И каждая жизнь, она чем-то отличается. А у многих людей это просто все одно и то же. Они забывают, они не помнят, кем они были. А ведь это все реально можно найти. Не то, что вспомнить, это можно пережить снова. И понять, кем ты был. Ведь ты был всегда самим собой. И это колесо сансары, которое крутится из жизни в жизнь, его очень легко остановить. Просто быть здесь и сейчас. И если справиться с теми вещами, которые накопились, уладить все эти случаи, которые вызывают желание снова воплощаться, то не будет необходимости снова брать тело, снова играть в эту игру. Ведь она ни о чем. На самом деле есть игры гораздо получше, более интересные, более наполненные. И все, что мы тут играем, даже там, если какие-то взять самые крутые переживания, там, я не знаю, типа секса, или прыжков с парашюта, или хождения по натянутой между скалами веревки. То есть все это будет какой-то такой профанацией, просто пустозвонством. То есть есть вещи реально крутые, и ими можно наслаждаться, можно играть в них. Просто мы привыкли играть в этих телах, которые быстро изнашивается из-за неправильного их использования, из-за того, что мы там едим не то, употребляем не то, не спим достаточно, да и вообще просто наплевали на них, на эти тела, поэтому они уже и хотят избавиться от нас тоже поскорее бы. Вот. Поэтому, может, кому надоело смотреть эти мультики, давайте сделаем что-то более классное, более интересное, насыщенное, радостное. Не просто это убожество под названием то, что называют сейчас жизнью. Не, это не то. В этой игре, даже в этой игре можно получать гораздо больше. А уж что говорить о том, какие игры можно играть без тел. Да просто вспомните свой самый насыщенный яркий сон. Как вы себя там чувствовали. Это совсем другое. Так что, друзья, хватит бояться смерти. Ее просто нету. Мы можем многое, когда мы осознаем, что мы это духовные существа, осознание. И это можно сделать с помощью процессинга, понять себя, понять, кто ты есть, и выйти из этого колеса сансары. Так что, кто со мной, друзья, ставьте нравится, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередные видео. Буду рад видеть каждого из вас у себя в друзьях, кто реально заинтересован в изменениях. До скорой встречи!